Проверка установлена, что в начале года Новочебоксарским городским судом Лугин Андрей был осужден за попытку дать взятку сотруднику полиции отдела МВД России по городу Новочебоксарск за возврат обществу лотерейных терминалов и в последующем общее покровительство фирме. При этом Лугин Андрей действовал в интересах фирмы и по доверенности, выданной директором общества. Согласно статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение должностных лиц от имени юридического лица. По указанным основаниям прокуратурой города Новочебоксарска в отношении фирмы «Олтекс» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановление мирового судьи судебного участка номер 4 города Новочебоксарск. Фирма была оштрафована на 1 миллион рублей и были конфискованы продукты питания, которые были предоставлены Лугиным Андреем сотруднику полиции в качестве взятки.